Уважаемый господин премьер-министр Моди, уважаемые коллеги, дамы и господа, бизнес, как известно, играет ключевую роль в решении стоящих перед странами БРИКС задач по обеспечению устойчивого развития и ускорению экономического роста. Руководство стран БРИКС учитывает мнение предпринимательских кругов при выработке перспективных планов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках пятерки. Большое значение в этом контексте имеет деятельность делового совета, учрежденного в 2013 году, напомню, по предложению России. Совет заработал без раскачки, более того, стал выдвигать весьма полезные идеи и инициативы. К примеру, от деловых кругов поступили предложения по вопросам устранения избыточных административных барьеров, оптимизации таможенного и технического регулирования, технологической стандартизации, упрощению визового режима для предпринимателей, а также по многим другим проблемам, мешающим ведению бизнеса. В тесном взаимодействии с деловыми структурами была разработана стратегия экономического партнерства БРИКС, которую, напомню, мы приняли год назад на саммите в России в городе Уфа. В ее развитии сейчас готовится дорожная карта инвестиционного сотрудничества. Рассчитываем, что бизнес примет самое активное участие в ее наполнении конкретными проектами. Считаем важным наладить тесные связи и взаимодействие делового совета с новым банком развития. Ожидаем соответствующих рекомендаций от предпринимательского сообщества по дальнейшему расширению проектной деятельности этого финансового института. При поддержке делового совета 12-14 октября в Нью-Дели, господин премьер-министр только что сказал об этом, с успехом прошла первая торговая ярмарка БРИКС. Это масштабное мероприятие продемонстрировало реальные возможности наших стран для наращивания экономического сотрудничества, расширения промышленной и технологической кооперации. У БРИКС емкий потребительский рынок, в который вовлечено 3 миллиарда человек. Большие запасы сырьевых и энергетических ресурсов, развитая научно-техническая база. Россия будет и далее содействовать сближению экономик пятерки, формировать предпосылки для запуска новых бизнес-проектов и приглашает предпринимательские круги всех стран БРИКС работать на нашем рынке, развивать партнерские связи с российскими компаниями. Мы, конечно, будем и далее всячески поддерживать деятельность делового совета как важного механизма укрепления взаимовыгодного партнерства стран БРИКС. Благодарю вас за внимание.